Это мне нужно. Дикон, ты слышишь? Это Сара, мне нужно с тобой поговорить. А, да, я здесь. А ты как будто радостная. Просто я все поняла. Слушай, мне был нужен только секвенатор ДНК. Теперь я готова. Можно опробовать мою сыворотку. Ого, хорошо. А чем тебе помочь? Расскажу при личной встрече. Я пошла. Стоп, погоди. Тебе нужен живой? Знаешь, трудно ставить опыты на трупе. Вот. А что это? Это сильный транквилизатор. Должно хватить, чтобы доставить в лагерь. Я так близка к цели. Осталось чуть-чуть. Есть, мам. Дикон, прием. Я вот поехал искать тебе шакала. Отлично. Только мне нужен один вполне конкретный. Так, стоп, не понял. Конкретный шакал? К югу отсюда, рядом с Рим-Драйв, есть старая турбаза. Там теперь целая колония зараженных детей. Ну, шакалов. Ясно. Как доберешься, сообщи. Конец связи. Целая колония шакалов. Не терпится увидеть. Сен-Джон, ответь. Капитан, лейтенант Уитакер дала мне поручение, так что я сейчас немного занят. Понятно. Свяжись со мной, как закончишь. Мы готовы испытать оружие Уивера. Конец связи. Черт. Все-таки не получилось у Сары обогнать Уивера. Сара, я на месте. Смотри, тебе нужно найти девочку в красной футболке. Детская футболка такая, знаешь, с котеночком. Удивительно, что полковник все это еще не сжег. Я сказала, чтобы этих не трогали. Я уже несколько месяцев беру анализы крови у самых маленьких. Без них препарат не сделать. Ну ладно. И как мне ее оттуда вытащить, не поубивав всех остальных? Слушай, я не знаю. Придумай что-нибудь. Мне нужна девочка в красной футболке. Давай, давай! Попалась, мерзавка! О, господи! Неужели? Thank you.
Нужен тебе живой? Получишь живого. Ты срань! Ну ты паскуда! Этот гад мне весь байк обоссал. Полковник не разрешает заводить питомцев. А лейтенанту нужен живой подопытный. Я смотрю, вы хорошо ладите с лейтенантом Уитакер. По долгу службы, сэр. Службой ограничься. Полковник не приемлет вольности между солдатами и офицерами. О, нет, нет. Ни в коем случае, сэр. Ну да. Продолжай. Слушаюсь. Ладно. Ну, помоги мне. Сейчас, сейчас. Сильный транквилизатор? У них в организме все шиворот на выворот. Чего ты хочешь? Всю эту дозу рассчитать? Ну-ка, подержи вот так. Держи. Ну вот. Это то, на чем я работала. Долго еще? Сейчас, пару секунд. Держи. Что? Охренеть. На себе. Долбануться. Ну, не знаю, что ты там намешала, но сработало моментально. Твою мать! Стой. Так ты не оружие делаешь? Господи, ты пытаешься их лечить? Я думала, если добуду изначальную линию клеток из Кловердейла, получу антитела и смогу... деконструировать вирус. Господи. И теперь получается, что все это время я работала впустую. Мне их не спасти. Им уже никогда не стать нормальными. Короче, вставай и начни сначала. Ты не видел, что сейчас произошло? У этого ребенка все клетки тела взорвались. Вот почему нельзя сдаваться. Что? Ты сказала ребенка. А знаешь, сколько таких тварей я убил? И ни разу не приходило в голову, что ведь это же чей-то ребенок. Я знал одну девчонку. Она тоже говорила о фриках, как ты, называла их больными. Я думал, она спятила. Она просто видела их, как ты. Ты думаешь, я спятила? Нет, нет. Впервые за 2 года я встретил вменяемого человека. Хорошо помню ночь, когда я потерял тебя, но... Теперь понимаю... Это было не когда я посадил тебя на вертолет, а через сутки. Мы с Бухарем приехали в лагерь, где ты должна была нас ждать. А там были фрики. Повсюду вертолеты горели, люди кричали. Так много людей. Мы дрались, мы победили. И что в итоге? Трупы. Трупы повсюду. Я смотрел каждое лицо, их там, наверное, было 1000 или больше, и я смотрел каждый из них, вот тогда я тебя потерял. А Бухарь, короче, он 2 года ходил за мной, как нянька, а мне было просто насрать вообще на все. И тут я вижу вертолет Нера над башкой и начинаю что-то чувствовать, и я думаю, знаете, пошли вы!
Даже если она жива, знаете, что я сделаю? Я ее найду, и мы уедем ко всем чертям. В гробу я видал ополчение. Не хочу я воевать, и не хочу я жить в лагере. Так почему ты еще здесь? Из-за тебя. Из-за всего, над чем ты так впахиваешь, забыв обо всем на свете. Большинство людей думают только о выживании, а ты пытаешься мир спасти. Ну, это паршиво получается. В общем, вставай, переводи дух и пробуй снова. Поедем в Кловердейл. У них лучшее оборудование. Мы перероем все их записи. Ты серьезно? Будешь помогать? Да, буду. Буду, потому что ты в это веришь. Не сдавайся. Поедем на север. Да, мы поедем на север. Скажем, что за припасами. Но уже не вернемся. Мы дезертируем. Если нас поймают, они нас повесят. Но зато вместе. Мэм? Да. Дик, полковник тебя вызывает. Я сейчас. Собирайся, я скоро буду. Спасибо. Да, мэм. Капрал Сент-Джон. Полковник? Прошу за мной. Все готово? Да, сэр, так точно. В полной боевой готовности. Байк заправлен, сэр. Я что-то, наверное, не понял. Лейтенант Уивер завершил разработку. Испытаем результат. Давно пора. Готов подпалить Орду? Орду? Что-то не так, капрал? Нет, сэр, не. Всегда готов. И с удовольствием. Вот так, наш человек. Господа, это начало новой эпохи. Приступайте. Лейтенант Уивер, за мной. Да, сэр. Ну что, сделаем так? Сделаем так. Вы ждете здесь, а я иду один. Тебе жить надоело, боец? Нет. Вот поэтому мне лучше пойти одному. Даже с фирменными коктейлями от Уивера мы не сможем вынести всю Орду одним махом. Нет. Так что... я спущусь туда. Покажусь им, укокошу нескольких, а потом буду драпать. Придумаю, как их малость притормозить. Ловушки поставлю. И взорву их нахер. Просто... если мы сунемся туда вдвоем, начнется бардак. Мы натравим Орду друг на друга. Лучше вы ждите здесь и наблюдайте. Если что, примчитесь и вытащите меня. Есть идеи получше? Никаких. У меня на байке есть еще молотовые и патроны. Хорошо, хорошо. Это все пригодится. Что это?
И каков твой план? Я говорю, надо их как-то замедлить. Эти уроды любят толпиться, лезут друг другу на головы. Если найти узкий проход между грузовиками, зданиями или типа того, им понадобится время, чтобы протиснуться. И как только я от них оторвусь... Ты взорвешь их нахрен? Именно. При необходимости повторить до полного уничтожения Орды. И это твой план? Ну, в общем, да. Удачи, Сан-Джон. Вряд ли это вопрос удачи. Да ладно, я пошел. Сообщай, если помощь нужна. Принято. Еще трофеи. Найду тебе применение. Еще, капитан! Ты вынес примерно четверть. Продолжай! Пытаюсь! Уходи, Сан-Джон, уходи! Я уже понял! Сан-Джон, ты перебил почти половину. Так держать! Осталось немного, капрал. Где эта четверть? О? Была, не была! Получилось! Смесь Уиллера работает! Пламя даже отсюда видно! Сейчас станет еще жарче! Скажите, что это все. Поразительно. У тебя получилось. Ты перебил целую орду. Да, мне расплюнуть. Расплюнуть. Сара, ты слышишь? Лейтенант Уитакер говорит капрал Сент-Джон. Ответьте на вызов. А, куда ты подевалась? Капитан, я сейчас пытался связаться с лейтенантом Уитакер, она не отвечает. Хочешь рассказать об успехе? Да, она будет в восторге. Это уж точно. Скоро ее увидишь. Лейтенанту Уиверу пока не говори, я хочу сообщить лично. Да, да, я понял, ваше право. Конец связи.
Получилось? Ты сумел? Уиверу спасибо. Никогда такого не видел. Ты так ловко от них уходил. Ну, вы знаете, когда на пятки наступает Орда, это очень стимулирует. Полковник прав. Мы можем выиграть войну. Как прошло? Мне жаль, лейтенант. О, черт. Не вышло. Мне жаль, лейтенант. Ты безработный. Еще как вышло. Да? Прямо жаль, что ты не видел этот фейерверк. Круто! Сегодня отмечаем в офицерском клубе. Да уж, кажется, кое-кого повысят. Эй, ты идешь? Знаешь, вы идите, я догоню. Мне надо сперва кое-что сделать. Ну ладно, ждем. Это последнее. Только ничего не разбейте. Кое-что из этого незаменимо. Что происходит? Где лейтенант? Капрал Сент-Джон. Простите, сэр. Ничего, сынок. Весь ключевой исследовательский состав был переведен. Переведен? Куда? Просто я принес ей то, что она мне заказала. Понимаю. Но... у нас... Пойдем, сынок. Идем. Мэм, приказ полковника. Мэтт, так нельзя. Ты не можешь держать меня в заперти. Вольно, капитан. И сказал Господь Ною: войди в ковчег ты и семейство твое. Ибо тебя увидел я праведным ныне предо мною. Мэтт, ну что вы говорите? Простите, лейтенант. Нельзя же, полковник, стойте! Эй! Все нормально. Нормально. Мэм, я принес вам те материалы. Идемте, за мной. У меня новая задача. Это будет яд. Помните, эти материалы смертельно опасны. С ними надо очень осторожно. Понял, я тебя вытащу. Спасибо. Да, мэм. Сент-Джон, это капитан. Капитан Коури, прием. Слушаю, капитан. Тебя вызывает полковник. Он в ковчеге у себя в апартаментах. В апартаментах? Если зайти со стороны главного лагеря, за первым складом будет проход налево. Ладно. А не знаете, что ему нужно? Что-то насчет дежурств. Не заставляй его ждать, капрал. Слушаюсь. Твое имя упоминали в связи с одним важным проектом. Хорошо себя покажешь, и тебе светит повышение. Да, сэр. Конец связи. Важный проект. Какой еще проект? Сара, ты на связи? Прием. Капрал Сент-Джон, извольте не нарушать субординацию. Рядовой, у меня много работы. На выход. Извините, мэм, приказ полковника. Сказал не спускать с вас глаз. Лейтенант, виноват. Просто у меня возник вопрос по поводу вашей заявки. Слушаю. Там написано, что вам требуется цикута. Да, она растет на берегах болот. Можно поискать на северном краю Кламатской топи. Наверняка там будет. Кламатская топь. Понял. Капрал,
Она крайне ядовита. Это самое токсичное растение в Северной Америке. Хорошо, я буду осторожен. И еще, в тех местах есть зараженные вороны. Надо взять что-то, чем можно сжечь их гнезда. Сжечь гнезда, понял. Еще один момент. Тот другой проект, над которым я работаю. Скоро появится новая информация.